Здравствуйте, дорогие ребята! С вами учитель математики Радилова Марианна Петровна, преподаватель лицея Николая Мелеску-Спытару. Тема нашего урока – площадь поверхности пирамиды. На уроке мы вспомним понятие площади полной поверхности пирамиды, площади боковой поверхности пирамиды, формулы для их вычислений, рассмотрим некоторые задачи на вычисление площадей поверхностей пирамиды. Давайте для начала вспомним некоторые основные понятия. Что называется пирамидой? Многогранник, одна из граней которых произвольный многоугольник, а остальные грани – треугольники, имеющие общую вершину. Правильная пирамида – это пирамида, основанием которой является правильный многоугольник, и проекция вершины на плоскость основания – является центром симметрии основания. Чем являются боковые грани пирамиды? Все боковые грани правильной пирамиды являются конгруэнтными равнобедренными треугольниками. Что называется апофемой пирамиды? Высота боковой грани правильной пирамиды, проведенная к стороне основания, называется апофемой этой пирамиды. Вспомним, как найти площадь боковой поверхности пирамиды. Площадь боковой поверхности пирамиды равна сумме площадей всех боковых граней пирамиды. Так как боковые грани пирамиды – треугольники, то площадь боковой поверхности пирамиды – это сумма площадей всех треугольников, из которых состоит боковая поверхность пирамиды. То есть А боковое равна сумме площадей ВАА1, площади ВА1А2 и так далее. Площадь полной поверхности пирамиды. Площадь полной поверхности пирамиды равна сумме площадей всех граней. То есть к площади боковой поверхности прибавляем площадь основания пирамиды. Площадь боковой поверхности правильной пирамиды. Так как боковые грани правильной пирамиды – это конгруэнтные треугольники, то площадь боковой поверхности можно вычислить по формуле А боковое равно произведению n на А на площадь треугольника, где n – количество треугольников, из которых составлена боковая грань. Если нам известно в правильной пирамиде длина апофемы H, полупериметр основания P, то для вычисления площади боковой поверхности можно воспользоваться следующей формулой. А боковое равно произведению H на P. Площадь полной поверхности правильной пирамиды можно вычислить по следующей формуле. Если в правильной пирамиде известна длина апофемы H, полупериметр основания P и длина радиуса окружности, вписанного в основание пирамиды R, то площадь основания равно произведению R на P, а площадь полной поверхности равна произведению P на сумму H и R. Интересные факты. В свое время были измерены всевозможные параметры пирамид Древнего Египта, в том числе и пирамиды Хеопса, самого древнего чуда света, единственного сохранившегося в наши дни. Ученые, измерившие эти величины, вычислили, что площадь боковой поверхности пирамиды составляет 85500 квадратных метров. Ну а если вычислить площадь основания, то она будет приблизительно равна 53000 метрам квадратным. То есть на этой площади 70 раз поместится внутренний двор Сорокской крепости. Рассмотрим задачу. Найти площадь боковой поверхности правильной треугольной пирамиды, в которой сторона основания 9 см, а боковое ребро 8 см. Запишем дано и выполним чертеж. Дана пирамида ABCD, в основании треугольник ABC правильный, длины сторон AC, AB и CB равны 9 см, отрезки DC, DB и DA равны 8 см. Найти площадь боковой поверхности. Решение. Так как площадь боковой поверхности
вычисляется по формуле а боковое равно h умножить на p, то вычислим полупериметр основания и апофему. P равно 1 вторая умножить на 3 на 9, так как 3 – это количество сторон треугольника, а 9 – сторона треугольника. Получим P равно 27 вторых сантиметра. Рассмотрим треугольник DHC прямоугольный со стороной HC равной 4,5 сантиметра, так как треугольник CDB равнобедренный и CH – высота. По теореме Пифагора DH равняется 5 корень из 7, деленное на 2 сантиметра. Воспользуемся формулой площадь боковой поверхности правильной пирамиды. Подставим сюда все найденные значения и получим, что А боковое равно 135 четвертых корней из 7 или 33,75 корней из 7 квадратных сантиметров. Задача решена, площадь боковой поверхности мы вычислили. Рассмотрим еще одну задачу. Найти площадь полной поверхности правильной четырехугольной пирамиды со сторонами основания 8 см и высотой пирамиды 3 см. Выполним чертеж и запишем дано. FABCD пирамида в основании ABCD квадрат, AB равно 8 см, FE 3 см. Найти площадь полной поверхности. Решение. Для решения задачи воспользуемся формулой площадь полной поверхности равно произведению полупериметра на сумму h плюс r. Вычислим полупериметр. 1 вторая умножить на 4 умножить на 8. 4, так как 4 стороны квадрата, 8 длина одной стороны. Равно 16 сантиметров. Так как ABCD квадрат, то отрезок EH, где EH перпендикуляр NBC, радиус вписанный в основании пирамиды окружности. То есть EH равно 4 см. Из треугольника FEH, FH по теореме Пифагора равно 5 см. Тогда площадь полной поверхности, подставляем формулу все найденные значения, получается равно 144 квадратных сантиметра. Задача решена. Ответ: площадь полной поверхности 144 квадратных сантиметров. Сегодня на уроке мы с вами вспомнили понятие площади полной поверхности пирамиды, площади боковой поверхности пирамиды, формулы для их вычисления и рассмотрели несколько задач на вычисление площадей поверхности пирамиды. Удачи вам в дальнейшем!